Сорвалась, и как все, как во сне, я не я, не моя карусель, и мечта не моя, или дым, или грусть, или дождь по глазам. Я вернусь, полчаса, полчаса. Полчаса поезда под откос, полчаса не твоя полоса. Полчаса, полчаса, не вопрос, не ответ. Полчаса, полчаса, полчаса без тебя. Полчаса, полчаса, он и я. Полчаса, каждый сам. Полчаса, по своим адресам. Полчаса, 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 полчаса. How did we ever go this far? You touch my hand and start the car. And for the first time in my life, I'm crying. Are we in space? Do we belong? Some place where no one calls it wrong. And like the stars, we burn away the miles. Оу, Мора, у меня кончились бабки. Я вчера зашла в перекресток, купила себе два сырка на завтрак. Жрать дома нечего совсем. Суп братис. Я сегодня попыталась сожрать тарелку супа, у меня не получилось. Я на завтрак съела сырок, пообедала тоже сырком. Сегодня? Да. Потому что жрать нечего, денег нет. Так у меня сил-то нет вообще, Паш. Я сижу, ты посмотри на меня. У меня вот я сегодня, я у мегатвилька, вставай, надо на концерт. Я говорю, Паша, не могу. Я даже не ела ничего. А когда тем более болеешь, как бы еще такое состояние, ну а что делать, Саш, другого Паша, варианта нет. У меня есть концерт, я не вижу это как бы вариантом. Паша, он сказал, потом что никто не пойдет, я буду отменять концерт. Спишут меня на фармов, все штрафы. Ну да. Понимаешь, как бы это что, надо мне, чтобы потом были какие-то проблемы? Больше никого не будет встретить. Никогда, никуда, никого не пускали. Не вдвоем, не обьем, не приснится вода. Не твое, не мое, провода, провода. Героин, пульса нет, только ты не при чем. Окей? Сейчас приготовим, поговорите еще. Just wait a second, because we need to prepare. Да, и countdown сделаешь, обратный отсчет. Многие люди думают, что как бы вот у нас какой-то конфликт, в общем, мы поссорились, значит, Ваня плохой, там, дегенерат, тиран и так далее. Нет, он очень талантливый человек, он действительно нас сделал, потому что, ну, без него мы просто Юля и Лена, а как он появился в нашей жизни, мы стали группой «Тату», безумно популярной, не только в России, этим мы, безусловно, обязаны ему, только ему, его идеи и так далее, и, в принципе, идея-то его эксплуатируется до сих пор. Получается так, что там, блин, Ваня всем руководит, и мы там вообще просто никто. Знаешь, я туда прихожу, я себя не чувствую, например, артисткой. Я чувствую вот артиста, вот как бы, ну, я не могу сказать, мало больших театров, это Ваня Шпалов, знаешь. Я вот на него смотрю, у меня такое ощущение, что звезда он, знаешь. Который там, я сам знаю, это так, это сяк, это вот не так, это вот, знаешь, вот с людьми так разговаривать. Я вот чувствую, что Ваня там, вот, знаешь, крышу снесло. А зачем разрывать отношения? Не обязательно разрывать отношения. Но я уверена, что сейчас, например, Ваня парится. Еще как парится, что у него ничего не получается. Мы исполняли там то, что придумано кем-то, да? Все хорошие люди уходят от Вани. Все. Понимаешь? Есть только настоящее. А прошлого нет, потому что оно было. Будущего нет, потому что оно будет. То есть нет ни прошлого, ни будущего нет. Мне даже такое
такое ощущение, что его не очень интересовали деньги, слава и так далее. Это такой вот Мефистофель, который очень хотел, чтобы девчонки 13 лет продали душу дьяволу, вот, если так можно выразиться, подписали с ним договор. Наш пик популярности в России, он как бы уже прошел, ну, я так думаю, то есть нас еще пока не забыли, но и смутно помнят, потому что очень большой перерыв был в работе, мне не показывались нигде, и там, ну, вообще неразбериха была в Европе, в Америке, не знаю сейчас как. Ольга. Hello. Скажи hello. Хай. Я говорил hello, а ты скажи хай. Как бы если сказать, что мы подружки, Юль, это нечестно, это не так, потому что как бы на самом деле не то, что, что мы ее не считаем, она нас даже не считает своими подружками, правильно ведь так? Правильно. Фанаты тоже нельзя нас назвать фанатами, которые мы вообще-то уже ездим 3 года, как бы мы не фанаты. Я даже... Короче, вот смотри, видишь, на втором висят шмотки, а вот на третьем хорошо, висят. Юля, вот здесь свет горит, следующее окошко, это ее. Вот на третьем этаже, где свет горит, следующее окошко ее. Можете снимать. Я сказала, он снимает, смотри. Детки за нами ходят, да? Прикольно. Слушай. Они какие клевые, на самом деле, мелкие такие. Да? Давайте, давайте с ними познакомимся. Давай. Девчонки, идите знакомиться будем. Как вас зовут? Юля. Алена. Аня. Алена. А мальчиков как зовут? Меня Саша. А тебя? Мне 3. А сколько же вам лет? 11. 10. Большие 10. Уже? 10. 10? Ну все равно большие. Здесь живете? Да, да. Я 18. А я вот в этом подъезде, 4. Понятно. А что же вы тут и делаете? Ну, оказались вообще. Вообще это секрет фирмы. Секрет фирмы? Гуляете просто, наверное. У меня Катька в 2 раза больше, чем они. Вот сколько тебе? Кому 11? Тебе 11? Мне 11. А, ему 11. Но все равно. У меня сестренка вот так вот она мне уже вот так вот. Ей 12 лет. Размер мой. Все. Вот даже уже чуть больше. А не поет, нет? Поет очень классно, но не хочет. Счастливо, приятно было познакомиться. Ладно? До свидания. Пока.